Главным мероприятием на форуме малого и среднего бизнеса стало пленарное заседание. Но перед его началом собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во вчерашней трагедии в Керчи. В качестве спикеров на заседании выступают губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Юрий Титов, а также ведущие российские бизнесмены. Например, Игорь Рыбаков, входящий в список Forbes. Главной темой всего форума стала цифровая трансформация экономики. Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает свои обороты. Это подчеркивает, что нужен форум, нужна эта площадка для общения, для обмена мнениями, для обмена решениями тех проблем, жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым, средним бизнесом. И что само по себе не может не радовать, что эти решения, которые обсуждаются на площадке форума, находят реальное уже отражение нормативных актов, которые на уровне и федеральном, и краевом принимаются. Это, наверное, есть его прикладное значение, которое сегодня необходимо жизни, необходимо малому, среднему нашему бизнесу, необходимо развитию экономики региона, конечно, всей страны. Всего в двухдневной программе запланировано более 30 мероприятий с участием 80 компаний. Это мастер-классы, выставка франчайзинг-проектов и даже бизнес-игры.